que j'exercerai mes fonctions. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Эфир телеканала РГВК «Дагестан» продолжает правовое поле. 1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов. Сюда относят транспортный, земельный и налог на имущество. Сегодня мы пригласили к нам в студию представителей Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан, чтобы они нам рассказали, в каком размере, кто и, самое главное, сколько налогов должен заплатить. У нас в гостях Ильяс Гусейнович Мазанаев, заместитель начальника отдела налогообложения имущества, и Намир Надирович Ефендиев, главный государственный инспектор. Здравствуйте, уважаемые гости. С прошлого года для физических лиц установлен единый срок оплаты имущественных налогов, не позднее 1 декабря. Как идет процесс сбора имущественных налогов и какие ожидаемые результаты? В настоящее время вот сейчас полностью сформировано единое налоговое уведомление и направлены налогоплательщикам, чтобы они непосредственно провели уплату налога на имущество, земельный налог и транспортный налог до 1 декабря 2017 года. Но многие налогоплательщики до наступления срока уплаты производят, это ничто не мешает. Налогоплательщики, в принципе, обязаны уплатить налог по полученным налоговым уведомлениям. По Республике Дагестан, в принципе, если так в общем описать, сейчас имущественные налоги, они один из бюджетообразующих платежей в местный бюджет. В принципе, вот налог на имущество физических лиц, земельный налог, они непосредственно 100% поступают в местный бюджет. И эти платежи, если сравнительно определить, у нас наблюдается такая динамика, из года в год рост поступления этих платежей. Это один из активных активизаций работы налоговых органов, местных органов власти. Конечно, большую роль в этом играет само население, которое непосредственно регистрирует свои имущества. И на основании этих формированных имущества непосредственно налоговые органы уже могут по ним начислять налоги и обеспечить поступление в бюджет. Ну, наверное, один из самых главных тут – это имущественный налог. Это когда у человека есть определенное недвижимое имущество. Давайте поговорим, какие категории недвижимого имущества подпадают под налогооблагаемую базу, какие ставки у нас есть и сколько нужно платить. Вот имущественным налогом относится земельный налог, налог на имущество физических лиц. Это, значит, домостроение, квартиры, помещения, гаражи непосредственно. Там, в принципе, получается где-то 5-6 категорий имущества, которые у населения имеются, которые подпадаются под объект налогообложения. И, соответственно, конечно, и транспортный налог. При наличии этих имуществ у граждан, они обязаны провести уплату налога по местонахождению этих объектов. То есть, где муниципальное образование, где территориально расположены эти имущества, земля, домостроение, гаражи, жилые помещения, они непосредственно должны провести уплату по местонахождению этих объектов. Очень часто спрашивают по поводу имущественного и земельного налога. К примеру, некоему Магомеду Магомедову принадлежит земельный участок, на котором расположен дом. Он одновременно и земельный, и имущественный налог должен платить? Да, да. В сегодняшний день законодательно определено два вида платежа. Земельный налог отдельно и налог на имущество, расположенное на данном земельном участке. Поэтому там и порядок регистрации, формирования вот этой базы идет отдельно. То есть право на земельный участок должен оформлять и право на имущество. И в соответствии с этим возникшими правами на земельный участок и на движимое имущество, расположенное на земельном участке, должны произвести уплату налогов. А суммы, которые необходимо будет уплатить, они, конечно, зависят от кадастровой стоимости имущества, я так понимаю? Да, по земельному налогу уплаты непосредственно производятся в зависимости от кадастровой стоимости. А по налогу на имущество в настоящее время, до сегодняшнего дня пока, уплата производится в зависимости от инвестиционной стоимости. В Республике Дагестан пока не принят нормативный акт перехода к начислению налога на имущество по кадастровой стоимости.
Давайте также скажем, какие категории льготников есть по данным видам налогов. Если, скажем, по земельному налогу, как таково население и посредством льготируемых имущества не имеются, то есть по земельному налогу, и действует то, что вот категории Герой Советского Союза, участник Великой войны, инвалиды первой и второй группы и другие категории есть, у которых уменьшается кадастровая стоимость на 10 тысяч рублей, и остальная часть, она, в принципе, уплачивает. Если, к примеру, если кадастровая стоимость составляется 100 тысяч, от этого уменьшается 10 тысяч, от 90 тысяч они должны, в принципе, произвести уплату налога. То есть небольшая скидка получается? Небольшая скидка по земельному налогу. А по налогу на имущество физических лиц тут уже категория льготников более расширена. Тут уже у нас попадается очень много категорий, в частности, там, вот полностью освобождение по одному объекту. Я хотел бы подчеркнуть, ранее, до внесения изменений в налоговый кодекс до 2015 года, вот категории налогоплательщиков, скажем, инвалиды, пенсионеры, Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны и другие категории полностью освобождали от той имущества, которое числилось за ним. После внесения изменений в налоговый кодекс, введения 32 главы, вот это ограничение количества этих категорий налогоплательщиков при наличии у них имущества, две квартиры, два дома, две гаражи, из этих категорий по одному только освобождается, а с других уже должно в принципе уплата. То есть один дом, один гараж. Да, совершенно верно. Две квартиры с одной льгота, два дома, одна льгота, а остальные должны, в принципе, уплату произвести. Вот это новшество в налоговом кодексе в отношении льготируемых налогоплательщиков. Законом Республики Дагестан каждый регион сам принимает закон, сам определяет льготы, коэффициенты. У нас на территории Республики Дагестан освобожден от уплаты транспортного налога. Это тоже герой Советского Союза, социалистического труда, герой России. Потом участники, я подчеркну слово, участники Великой Отечественной войны. Это 1939-1947 год. Также освобождены чернобыльцы, участники ликвидации на Чернобыльской АЭС. Они освобождаются полностью за одну единицу транспорта. Инвалиды всех категорий освобождаются до 150 лошадей включительно. Тоже за одну единицу только легкового транспорта. И пенсионеры оплачивают 50% за одну единицу легкого транспорта, тоже до 150 лошадей включительно. Вот здесь, кстати, очень интересный факт. Мы часто слышим о том, что в соседней, например, Чеченской республике практически все освобождены от транспортного налога. Вот буквально вчера я проверяла на сайте Федеральной налоговой службы, и те результаты, которые мне выдала система, показали, что ничего подобного. Вот, например, всеми любимая Приора, скажем так, 2016 года, ну сколько там стандартных, 106 лошадиных сил? 98 бывает, 106 по-разному. И, значит, ставочка у нас 10 рублей за лошадиную силу. У нас ставки идут от мощности до 100 лошадей 8 рублей, от 100 до 150 10 рублей, от 150 до 200 35 рублей, от 200 до 250 50 рублей, и свыше 250, это уже такие... Уже 105 рублей. Ну вот в данном случае 1060 рублей получается за, к примеру, к Приору 2016 года. Год, да. Кстати, очень интересное еще есть положение для владельцев больших грузов, подпадающих под печально известную систему Платон. Давайте скажем, как они должны платить, должны ли они платить вообще транспортный налог? Знаю, очень хороший вопрос. В налоговом кодексе, в главе 28 транспортной налоги, прописано, владельцы 12-тонников, то есть части суммы, которую оплачивает Платон, они освобождаются от уплаты транспортного налога. Ну, к примеру, возьмем большие грузы, 400 лошадей. У нас ставка 50 рублей, свыше 250. Это получается 20 тысяч в год. Если Платон оплачивает 25 тысяч, то он полностью освобождается. Эта информация нам приходит именно с Платона. Если такой информации нет, вот он вложит заявительный характер. Гражданин может прийти в налоговый орган, в любой, показать чек, сказать, вот я Платон оплатил. Если он оплатил 15 тысяч, то разница в 5 тысяч, он должен доплатить бюджет. То есть если сумма Платона и сумма транспортного налога равны, либо за Платон заплачено больше, то от транспортного налога освобождается. Вычитывается ту сумму платежа, которую платит транспортный налог.
А правда, что если зарегистрироваться на электронных сервисах, открыть себе личный кабинет, то там это все систематизировано будет практически само собой считаться. И вот можно сформировать и уведомления там, и все потом в последующем оплатить. Это я вам скажу, на сайте налог.ру есть такая электронный сервис, как налоговый калькулятор. И каждый регион, соответственно, там вносится марка машины, сколько лошадей, если у вас льгота, и она считает, за какой год. Это не надо брать калькулятор, не надо звонить налоговую, спрашивать, какие ставки у вас. Если вам, например, интересно узнать, какая ставка налога тоже в Московской области, выбираете Московскую область и прописывайте налоговый калькулятор. Год производства, количество лошадиных сил и все формируется. Ну, год производства почему спрашивается? Потому что есть такое по трансналогу понятие, как налог на роскошь, так называемый. Как мы говорим на дорогостоящее авто. Это перечень ежегодно до 1 марта определяет Минпромторг России, дает список этих машин. Там идет у них от 3 до 5 миллионов. И от года, соответственно, коэффициент применяется, повышающий коэффициент к сумме налога. Вот хотел бы добавить вот этот порядок, который вы говорите, личный кабинет. У тех, которые зарегистрированы, которые имеют личный кабинет, сейчас практикуется направление налоговых уведомлений по земле, по имуществу, транспорту непосредственно в личный кабинет. То есть на бумажном носителе по месту проживания не будет направлять, а будет самих. И удобство составляется для налогоплательщиков, и которые они могут и оплатить через личный кабинет. То есть вот, упрощается непосредственно бумаготворческая деятельность. Для тех, кто только что подключился к телеканалу РГВК «Дагестан», это «Правовое поле». Сегодня мы обсуждаем срок оплаты имущественных налогов. Он истекает 1 декабря 2017 года. У нас в гостях представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Дагестан. Ильяс Гусейнович Мазанаев, заместитель начальника отдела налогообложения имущества, и Намир Надирович Эфендиев, главный государственный инспектор. Давайте вернемся к порядку оплаты. Раньше для того, чтобы оплатить имущественный налог, нужно было ждать уведомления из налоговой. Сейчас практически кардинально система поменялась таким образом, что если у тебя есть имущество, но каким-то образом оно, значит, не задекларировано, либо не находится в базе сведений Федеральной налоговой службы, тебе нужно самому об этом сообщить. Правильно понимаю ли я? Вот что если у некого Магомеда есть квартира или машина, вот он не должен ждать, пока там между Росреестром и ГИБДД и налоговой произойдет этот электронный обмен информацией? Да, в принципе, знаете, я поэтому раньше тоже об этом говорил. То есть вопрос о сообщении. Вот новые изменения в налоговом кодексе в пункт обязанности как раз самих налогоплательщиков обязывают о предоставлении, то есть о сообщении наличии вот этого имущества. То есть земля, транспорт, имущество, недвижимое. Это порядок, в принципе, обязательства в том форме, если налогоплательщик не получил уведомление, так, или даже она в базе налогового органа не состоит по причине того, что, может, по тем или иным причинам в базу не попала по электронному взаимодействию с Росреестром, обязан в ходе налогоплательщика сообщить о наличии у нее этого имущества и произвести уплату этого налога. Когда гражданин приходит в местную налоговую и спрашивает, есть ли там на мне, допустим, какие-то налоги, которые я должен заплатить, и ему, к примеру, отвечают, нет, вот по нашим сведениям вы ничего платить не должны. Сообщают ли ему местные налоговые инспекторы о том, что если у него есть имущество, которое подпадает под данные категории, он должен сам уведомить об этом налоговую? Налоговые органы при наличии вот этих сведений, которые получают от Росреестра, информируют налогоплательщика, на него его ставят на учет, открывается лицевой счет, производится начисление и уведомляет налогоплательщика о суммах платежа, которые он должен, в принципе, произвести. Вот мы сейчас говорим о ситуации, когда человек приходит в местную налоговую, спрашивает, на мне там налоги какие-нибудь есть, я должен заплатить? Ему говорят, нет, на тебе ничего нет. Ну, да. Сообщит ли ему местный налоговый инспектор
скажем так, первый налоговый человек, с которым вообще любой простой гражданин общается, сообщит ли он ему о том, что если у вас есть такие категории имущества, подпадающие под налогооблагаемую базу, вы должны сами об этом уведомить налоговые органы? Допустим, приходит налоговую инспекцию, он говорит, какие платежи я должен платить и какие обязательства налоговые у меня возникают. У налогового органа может не иметь это данные, наличие земля, имущество, транспорта. Но обязанность налогоплательщика возникает при наличии этого имущества информировать налоговый орган для того, чтобы поставить на учет и произвести последующую уплату этого налога. Марк, это имущество, которое у него возникло не в 16 году, он приобрел, а в предыдущих годах были, вот, он не получал уведомления ни разу, и он приходит в налоговый орган, как бы спрашивает, я чем должен, да, бюджету. Да. Базы спора нету, говорят. А там есть разработана специальная форма сообщения, он сообщает, но в этом случае у него берется налог только за один год. Если он не сообщил, и налоговые органы как-то пришла информация, что за ним есть, например, тот же транспорт, та же квартира, та же земля, то берется за три предыдущих года, еще финансовая санкция 20% еще накладывается. То есть если... К примеру, с 2012 года у человека была квартира, но по сведениям налоговой она никак не проходила. Человек пришел сейчас, в 2017 году, добропорядочный, хочет заплатить налог, говорит, вот у меня квартира есть, то все он заплатит только за 2016 год, правильно? Совершенно верно, 2016 и последующие годы. Но если он будет скрывать об этом и дальше? На последние три года с применением штрафных санкций. 20%. И начисление пени дальше. Еще я хотел сказать по постановке на учет, вот именно по транспорту, потому что многие вопросы задают. Это на сегодняшний день машину вы знаете, где хочешь, можно зарегистрировать, где в любом РЭО можно снять по территории России. Вот земля, имущество, он платится по месту нахождения объекта. Транспортный налог платится по месту прописки, проживания гражданина. Просто по единому уведомлению на сегодняшний день такая ситуация. Если человек, у него, например, в Кавдакетском районе земля, квартира в Избербаше, а прописан в Махачкале, то ему приходит уведомление, у него уведомление написано, соответственно, Избербашская налоговая, Кавдакетская налоговая и Махачкала. Транспорт будет по Махачкалинской, это все будет в одном уведомлении. Просто люди многие приходят, спрашивают, я машину на учет поставил в Москве, или почему я платить должен в Дагестан? Что прописка находится в Дагестане. То есть в любом случае, если по одному уведомлению, где все категории его имущества будут прописаны, он заплатит, ни в какой из других налоговых к нему вопросов не должно быть. Уведомление одно, но платежи должны произвести по месту нахождения вот этих объектов. То есть это три разных платежа должно быть или один платеж? Нет, абсолютно разные платежи. Скажем, если он говорит, вот пример привел, да, из Бербаши находится домостроение, дом. Он там должен плату произвести за дом. Земля, скажем, Карабдахкенте, должен произвести там. Прописка в Махачкале, транспортный налог здесь. Ну, сейчас, конечно, это все с мобильного приложения можно сделать. Но в любом случае три разных платежа будут совершены. Часто бывает такой случай, когда человек купил машину давным-давно, и тут вылезают долги предыдущего собственника. Как посоветуете действовать в данном случае? Как оплачивать транспортный налог? Если он, как говорится, приобрел, скорее всего, у нас раньше было так, по доверенности машину продавали. Но доверенность не является документом отчуждения автотранспортного средства. Если человек даже подал по доверенности, владелец на сегодняшний день он. И к нему приходят не только налоговые. Приходят к нему и штрафы самого ГИБДД. Если, говорится, не дай бог, с машиной что-то случится, или человека собьет, к нему, в первую очередь, к владельцу будет. Потому что доверенность, хоть генеральная, не является актом отчуждения от имущества. Поэтому платить придется хозяину, на ком был зарегистрирован транспорт. Как вы посоветуете действовать? Сразу сообщать в органы ГАИ о смене собственника? Ну да, как вместе с собственником пойти в БРЭО. На его глазах что произошло? Перерегистрация автотранспортного средства. Ну и напоследок, конечно, всегда спрашиваем о том, что будет, если опоздать с оплатой имущественного налога. Налоговым кодексом установлен есть порядок и установлен срок уплаты. И если налогоплательщик, которого уведомили об уплате этих налогов, если до 1 декабря уплаты не будет произвести, последующие дни уже идет начисление пени. С 1 декабря? С 1 декабря последующие дни. Уже начиная со 2 декабря
на собственника, на налогоплательщика, так скажем, да, будет в виде штрафной санкции начисления пени. За каждый день просрочки? За каждый день просрочки. По 1/300 действующей ставки? Центробанка России. Еще добавить хотелось, если в дальнейшем он не оплатит, там орган выставляет требования об оплате, потом материал придется в суд для принудительного взыскания. И если так не оплатят, то материал придется судебным приставом. И в принудительном порядке же приставы будут взыскивать. Соответственно, сумма налога уже будет другая. Там, соответственно, она будет в разы увеличена, потому что приставы... Исполнительский сбор. Исполнительский сбор. Поэтому, учитывая все обстоятельства, все меры реагирования, которые сегодня могут быть, вплоть до запрета выезда задолжников за пределы Российской Федерации... Совершенно верно. Даже это меры предупреждения, меры ответственности тоже предусмотрено. Уважаемые гости, наши корреспонденты провели соцопрос среди махачкалинцев и гостей столицы. Спросили у них о том, знают ли они, до какого срока нужно оплатить имущественные налоги. Давайте посмотрим, что сказали респонденты. Нет, не знаю. Когда точно, я не знаю. Нет, честно, не знаю. Ну, наверное, до конца года. Я точно не знаю, вам не могу точный ответ сказать. Честно говоря. Ну, я знаю, что до конца года надо оплачивать, ну, до 1 декабря, по-моему, если не ошибаюсь. Ежегодный имущественный налог, он платится до 1 декабря? Нет. Сразу надо платить, если положено. Каждый квартал, наверное, я так подозреваю. Нет, не знаю. Имущественные же. Я пенсионерка. Ежегодные имущественные налоги надо оплатить до конца следующего месяца. Ну, как оказалось, практически никто не знает о том, что 1 декабря установлен срок оплаты имущественных налогов. Но здесь хочется верить, что отчасти и наша передача тоже в данном направлении будет являться хорошим подспорьем для информирования граждан. В настоящее время, да, у нас проводится мероприятие, как публикации в прессе, месте печати, многолюдные места, торговые павильоны. Там, где, в принципе, накапливается многочисленность населения, мы баннеры, там потом эти формы вот этих плакатов сами, где указаны сроки уплаты вот этих 4 платежей, единый срок, порядок уплаты налогов, форма, в каком виде уплаты платежей у нас в настоящее время. Это мероприятие, в принципе, проведено и проводится на местном уровне, в районах, городах и населенных пунктах. Также такие же мероприятия проводятся, разъясняется населению о том, что необходимо, и о последствиях в случае неуплаты в установленный срок тоже дают разъяснение. В принципе, сегодня у нас это мероприятие проводится для того, чтобы население знало о том, о его правах и обязанностях. То есть одно из обязательств об уплате налога до 1 декабря 2017 года. 10 ноября будут по всех инспекциях на территории Республики Дагестан, России будут проводиться мероприятия «День открытых дверей», где любой гражданин может прийти в налоговый орган, поинтересоваться, сколько налогов, какие налоги он должен платить, за какой период. Вот все наболевшие вопросы он может там задавать. Там будут представители и как управления, будут представители самих местных налоговых органов. Будут. И в обязательном порядке будут даны разъяснения по всем касающимся вопросов налогообложения. По всей возникающей проблеме в вопросе, неясности, которые у них имеются, они могут прийти, получать достаточную информацию и разъяснение по тем проблемам, вопросам, которые возникают у налогоплательщиков. Здесь, конечно, в заключение хочется пожелать Федеральной налоговой службе, управлению, всем местным налоговым инспекциям, чтобы процесс сбора налогов, имущественных налогов, прошел достаточно легко, гармонично, а тем, кто должен платить налоги до 1 декабря 2017 года, чтобы
все прошло спокойно, и не пришлось бегать из одного кабинета в другой, там собирать различные справки с Росреестра и ГАИ, и чтобы в последующем не было никаких нежелательных контактов и звонков со службы судебных приставов. Уважаемые гости, я благодарю вас за то, что приняли мое приглашение на участие в съемках нашей телепередачи. Спасибо. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся в эфире главного дагестанского ровно через неделю. Это было «Правовое поле» и я, Дина Бегишиева. Знайте свои права.